О, да! Давай! Танкера не победить! Кончу тебя! Теперь еще ярость, ярость. Что они сделали с тобой? Ты не та, за кого себя принимаешь. Что? Ты Майя Хосигава. Твой отец. У тебя сбой в работе. Подожди, я сниму тебя с этого кресла. Нет, он ранил меня, Каноко. Сильно. Если ты попытаешься пошевелить меня, я, наверное, умру. Но почему? Почему они сделали это с тобой? Я SLD, андроид, запрограммированный на импульсы твоего мозга. Я вижу все, что видишь ты. Переживаю все твои эмоции и чувства. Они использовали меня для слежения за кризалитом внутри тебя. Я не понимаю. Сэр, биопроверка показывает, что носитель рядом с SLD. Система уничтожения Ксиукс уже заряжена. Вы получили расшифровку диаграмм? Она выходит из нормы. Ее состояние нестабильно. Можно сделать вывод, что ее реакция будет постоянно возрастать. Ты не можешь знать точно. Что показывает аппаратура? 1,21 гигаватт, сэр. Мы уверены, что этого будет достаточно, чтобы уничтожить ее окончательно. Сэр? Дайте ей шанс. Вы слышали показатели, доктор. Я не могу позволить ей неконтролируемо трансформироваться. Приступайте. Шинатама, что случилось? Я только что получила сигнал от командования TCTF на самоликвидацию. Я не могу прекратить процесс, но я в состоянии его замедлить. Я не брошу тебя. Потерпи. Я что-нибудь сделаю. Прощай, Каноко. Нет. Прощай, Шинатама. Взрыв через 30 секунд. Вау! Взрыв через 20 секунд. Взрыв через 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Покажи, на что ты способен. Он собирался убить меня. Больше он этого не сделает. Теперь слушай, я должна выбраться отсюда. Отключи энергию. Лучшее, что я могу сделать, это сбить настройки. Я знаю, сделай это. Хорошо. Thank you.
силовое поле. Это поможет тебе. Дохлятина. Ты проиграешь. Эй! Смотри, возьми этот гипо. Thank you.
Убийца дьявола! Теперь же я. Безопасно? Не совсем. Какой самый короткий путь отсюда? Наверное, основной путь над главной линией. Но это будет нелегко. Привет! Нет, нет, пожалуйста, нет. Я не виноват. Привет. Вам могут понадобиться эти боеприпасы. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Привет. Вот, возьми этот гиппо. Нет.
ветрового люка она уйдет. Я знаю, как остановить ее. Обнаружены высокочастотные сигналы. О, я засек ее. Носитель выжил. А, вот значит как. Вы должны дать ей шанс. Я дал вам обоим шанс, доктор. И это стало моей ошибкой. Всем подразделениям Каноко удалось скрыться. Она принадлежит классу Б красного кода по степени опасности. Арестуйте ее или уничтожьте. Делайте все,